солнцем, энергией. И я подходил, задавал вопрос: скажите, а вы сколько знакомы? 50. А вы сколько знакомы? 54. А вы сколько знакомы? 60. И так я постепенно дошел до этой пары. И задаю вопрос: скажите, пожалуйста, а вы уже сколько вместе? И бравый мужской голос мне отвечает: 70 лет. Я смотрю на него, он разыгрывает, думаю, ну быть не может такого. Извините, а сколько вам уже? И тот же бравый мужской голос сказал: мне 92, ей 89. И я решил изменить сценарий, спросить: скажите, а вы помните день своего знакомства? И этот бравый мужской голос сказал: конечно, я учился в Адмиралтействе, пошел в самоход за папиросами. На улице Гороховой, несколько ступенек вниз, до сих пор этот магазин существует. И мне не хватило 2 копейки. Я вышел на улицу и у первой встречной девушки спросил в долг 2 копейки. Она дала. Я сказал: приходи на танцы, отдам. Я задаю вопрос: ты что, пришла? Она говорит: пришла. Нашла, потанцевали, 2-й вечер потанцевали, 1 месяц потанцевали, говорит он. Я решил, что пора в ЗАГС. Мы сыграли свадьбу. У них 4 детей, 9 внуков, правнуки. И меня, так же, как и вас, интересует только один вопрос. Скажите, а вы ей отдали 2 копейки? И здесь, как выяснилось из разговора, капитан 1-го ранга чуть-чуть подался румянцем. Она, держа его за руку, чуть-чуть отвела голову в сторону и тихо-тихо сказала: нет, не отдал. А я, слушая эту песню, подумал: Господи, так давайте мы дадим друг другу в долг эти 2 копейки. Чтобы действительно была вечная любовь. И это правда ведь случай из жизни. И вновь на сцене саксофоны. Мне кажется, что только под них удается классно и здорово любить.
Квартет саксофонистов. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Говоря о Дмитрии Федоровиче Устинове, конечно же, мы не забыли, настоит, наверное, тот самый момент, ведь у каждой профессии есть свой профессиональный праздник. И вот профессиональный праздник грядет и у военмеха. 19 ноября – день ракетных войск и артиллерии. Да, студент, закончивший военмех, диплом уже на протяжении многих лет получает в историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. Ректор как-то прошелся по открытой выставочной площадке по двору музея и сказал, примерно 70% техники – это техника, выпущенная и придуманная военмеховцами. Наверное, это не случайно. Военмех, с днем ракетных войск и артиллерии! Вас поздравляет! Нет, не сейчас. Именно сейчас, с этим хорошим, добрым праздником. Встречайте, Анна Малышева. Кручу, 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 педали кручу. С горы, с горы, с горы, как птица лечу. Спешу, 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 спешу налегке, навстречу радуге дуге. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, из песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу. Терпи, 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 когда тяжело. Скрипи, скрипи, ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть. Сумей себя преодолеть. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, а грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, из песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу. А вот это чертовски приятно, спасибо. Лечу, 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 не знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, 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 лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, из песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу. Качу, качу, куда хочу. Анна Малышева. Анна, от всех военмеховцев это вам. Анна Малышева и вокальная студия военмеха.
что вновь приходит день, что зреет хлеб и что взрослеют дети. Спасибо, жизнь, тебе за всех родных людей, живущих на таком огромном свете. Спасибо, жизнь, за то, что этот щедрый век звучит во мне то радостью, то болью. За ширь твоих дорог, в которых человек, все испытав, становится собою. За то, что ты века без берегов, за каждую весну твою и зиму, за всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь, за все тебе. За прошлую и завтрашнюю силу, за все, что я еще успею и смогу. Спасибо, жизнь, воистину, спасибо. За то, что ты река без берегов, за каждую весну твою и зиму, за всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо. За слезы и за счастье наяву, за то, что ты жалеть меня не стала, за каждый мир, в котором я живу, но не за то, в котором перестану. Живу, но не за тот, в котором перестану. И действительно, очень хочется верить, что через несколько десятков лет здесь, на этом месте, будет ваша фотография. Не уроните честь и будьте горды, что вы учитесь в Балтийском государственном техническом университете военмех имени человека, который дал нашей стране победу. Я не побоюсь этого слова. Военмех! До встречи, военмеховцы!